Всем привет, дорогие друзья! Сейчас я вернулся к проекту RVT Rivets. Сейчас нахожусь на их официальном сайте rivetsintel.com. Что можно сказать? Токен сейл подходит к концу, осталась одна неделя. Вот мы видим таймер 7 дней 5 часов. И можно сказать, что проект удался, так как вот вы видите количество, смотрите, 51 тысяча. Эфириума уже собрано больше, чем 50, на практически 52. Вот вы видите, тут показан график их, сколько осталось. Осталось совсем немного до достижения максимального каба. Это очень хорошо, так как проект Rivets очень глобальный. Это целая корпорация, которая, напомню вам, это децентрализованный токен кибербезопасности. Он, ну, очень интересен, как по мне. Это актуальная тема, и у них все получается. Давайте посмотрим, white paper откроем, посмотрим, что здесь. Я его не открывал еще в своих видео. Вот white paper, видим дату, 2017 год, 29 июня. Здесь все подробно расписано на английском языке, white paper. Есть, по-моему, перевод на русском. Ну, в любом случае, ссылка будет в описании. Кому интересно, скачивайте его себе, смотрите, ознакомьтесь, пока еще есть время. Вот, видите, неделя осталась всего лишь. Rivets проект интересный. Он заинтересовал большое количество людей, так как мы видим, сколько денег уже в него вложено. Что можно сказать? Давайте ознакомимся с командой. Вот команда, вот генеральный директор и соучредитель. Давайте перейдем на Bitcoin Talk ветку. Ссылка на нее также будет в описании. Вот Meet Rivets. Децентрализированный токен кибербезопасности. Вот, закончится 10 сентября. И закончится, как я понял, удачно. Возможно, даже будет достигнут максимальный кап. Это вообще будет шикарно. Вот компания соцсетей. Вы еще, в принципе, за неделю можете успеть принять участие в баунти компании. Что еще можно сказать по поводу Rivets? Очень крутая идея, в общем. Коротко и ясно. СМИ, давайте посмотрим, что же здесь. Здесь большое количество видео, в общем, переходите по ссылке, смотрите эти видео. Интересные видео. Давайте вернемся на главную. Вот главная страничка. Вот, читайте. Технология блокчейн, ERC-20, все понятно. Всем известный эфириум. Условия, вот здесь в процентном соотношении все показано, красиво, все понятно. Я думаю, добавить больше нечего. Кому интересны все нюансы, все подробности, переходите по ссылкам. Ссылка на сайт, ссылка на white paper, ссылка на Bitcoin Talk ветку будут в описании. Если понравилось данное видео, ставьте лайки. Присоединяйтесь к Meet Rivets. Всем желаю удачи. Всем пока.